Привет всем любителям баскетбола. Мы с вами в городе Пермь, где сегодня местная Парма будет принимать подмосковные Химки. Сразу 4 игрока российских. Сейчас отличный Зайцев. Это такой игрок, который выполняет черновую работу и очень много. А сейчас забивает 3 с фолом. Это Николай Шмака. Бертанс. Бертанс ищет Воронова. Воронов. Скидочка. Валиев 3. Хо-хо! Евгений Валиев. Макколум. Степбэк. И точный. Средний бросок у Эрика Макколума становится 8. Шкевичу. Оставляю его против Сергея Мони. Да, как раз получил этот размен Адас. И and one. Забивает литовец. Очень здорово. Командам Андрея Мальцева. Вот так вот скажу, потому что... Ой-ой-ой, Макколум с фолом этот мяч забивает. And one Эрика Макколума. Тут Мерис. Мерис уже внизу против Макколума. По нитке нарывается на блокшот Сергея Мони. За исключением Эрика Макколума, у Химок сейчас 4 игрока. Да на 3 фолах! А это Владимир Ивлев! Вот сейчас... Потеря. Макс Григорьев! Ха-ха-ха! Минус один! Минус один! Максим Григорьев! Просто выбросить этот дальний бросок. Будут ли? Юшкевичус! Юшкевичус 3 на равный счет! Нет, и будет еще один бросок! Савович! И все же нет, и Химки одерживают первую победу под руководством Андрея Николаевича Мальцева.